Добрый день, добрый день! Здравствуйте! Добро пожаловать в нашу ежепонедельную передачу «Спаси жизнь себе и своему другу». И с вами бессменные ведущие, вот эта пипука, короче, и... Ой, я тебя подожгла! И я, изумительная, неповторимая, несовершенная, совершенная Екатерина Крафт. А можно просто Катя Крафт. И да, именно по вашему совету, ребята, мы решили то, что надо учиться новым приемам самообороны. Именно в этой серии. Катюха, вот представь, на секунду, как ты думаешь, что мы будем делать в этой серии? Как мы будем самообороняться? Ну, что-то мне подсказывает, что в этом нам должны помочь вон те черепахи. Черепахи. Нет, вообще не черепахи, нет. Подписчики сказали, что, мол, в будущем мы же будем добывать все же еще один трезубец, но уже не для меня, а уже для Кати. Хоть я на самом деле не против иметь два трезубца, но ладно, как бы жопа тоже слипнется от такого. Второй вот, трезубец. Спасибо. Вот, по поводу второго трезубца. Подписчики говорили, чтобы защищаться от скелетов, защищаться от утопленников с трезубцами и от прочей нечисти, которая гуляет по Майнкрафту, естественно. Нам с вами нужно сделать каждому, ну, мне и Катюхе, по щиту. Кать, мы делаем щиты. Опа. Из чего? Опа. Короче, я уже сделал, держи тебе один, и я себе один возьму. Там все очень просто, там просто доски и одно железо. Пошли на улицу. Пошли. То есть это вот так вот? Да, все вот так. Давай. Пошли. Ты смотри, какая молодец! Она уже знает, как щиты надевать! Я тебе даже не объяснял! Пошли. Это для тупых уже, там же специальная ячейка есть. Да, кстати, наконец-то! Нургамед, Мухаммед, Ахмед, их папа... Ты думаешь, их папу так зовут? Будь здорова вдвойне! Я не знаю, как зовут их папу, ну, наверное, даже сам папа не знает, как его зовут. Ну, неважно, дети с нами, папа с нами, вся семья в сборе. Я, наконец-то, их переселил вместе с Катюхой, хотя без Катюхи, вне серии. Вот именно, ты опять без меня играешь. И папу буду звать Апхэ. А папу звать Апхэ, вот, называйте его так. В общем, Катюха, давай мы с тобой будем учиться защищать себя щитом. Короче, знаешь, как это все работает? Честно, не представляю. Короче, нажимай правую кнопку. Вот смотри, посмотри. Я в тебя стреляю, курс самообороны. Я в тебя стреляю, а ты должна защититься, да, вот так, чтобы стрела попала именно в щит и отбилась. Понимаешь? Угу. Давай. Ну-ка. А? Не дождетесь. Не дождетесь. Ладно, давай еще. Давай, давай. Опа! А! Слишком неожиданно было, я прям тебе в это в макушку засадил. Па! Давай, давай еще раз, счет. Па! Оп, ну давай еще разочек последний. Да хватит меня бить! Все, молодец. Так, сейчас давай ты стреляй в меня. Я свой щит возьму. Давай. Давай. Ой. Ты что-то вообще косожопая. О, не дождешься. Давай еще раз, еще раз. Опа! Я так сильно стрелу отбил то, что в тебя же попал. Еще раз попал. Давай еще раз. Еще раз, еще раз, еще раз, еще раз, давай. Опа! Еще раз тебе попал. Ай, какой я молодец. Опа, всё, а вот так. У меня стрелы кончились. Фу. Ну, хорошо, хорошо. А сейчас... выкинь, пожалуйста, на секундочку свой щит. На секунду. На секундочку? Да, всего лишь на секунду. Выкинь, пожалуйста, свой щит. Давай. Секунду, раз. Мне кажется, или рано, или поздно я вот этих куропаток попугайских, я их пущу реально на куриный шашлык. Они заколебали эти звуки издавать. Честное слово. А сейчас, Екатерина, будет очень увлекательное шоу. Возьмем вот это и пойдем со мной. Берем две дубовые досочки. Учитесь, учитесь, пока я жив. Берем две дубовые досочки. Я почему-то сейчас вспомнила. Берем собачью жопу. Какую собачью жопу? Ладно, неважно, какую она собачью жопу хотела взять. Берем делаем ткацкий станок. Ткацкий, звучит как оскорбление. Тут ткацкий станок. И ставим его, допустим, вот так. И сейчас знаешь, что мы с тобой будем делать? Не знаешь, да? Вообще-то... Да, вообще не представляю. Не имеет никакого представления, но я... Что-то химичит, что-то бегает по сундукам туда-сюда, что-то ваганит непонятное. Я возьму одуванчик.
Я возьму лазурит. Я возьму белую шерсть, и сейчас мы с тобой, Катюха, сделаем прям, ну, много всего интересного. Пока я, Катюха, не буду говорить, что мы делаем. Берем немножечко синего красителя. После этого красим нашу белую шерсть. Вот так вот. Ты чё химичишь, а? Можно ближе к делу? Делаем флажочек. Из костной муки делаем белый краситель, а из мака делаем красный краситель. Опа! И... Ты делаешь российский флаг? Да как? В смысле, ты уже догадалась? Берем белую шерсть, красим красную шерсть, синюю шерсть и делаем флаги. Ты что, патриот, что ли? Я хотел сделать тебе сюрприз. Держи, подожди, в первую очередь вот так смотри. Во-первых, это уже получился какой-то французский флаг. Это не французский, это российский флаг. А ну, правую кнопку нажми правую кнопку. О, патриот. А можно я розовый себе сделаю? Нет, будешь российской, россиянкой. Все, розовый себе сделаешь потом в следующей жизни. А мне еще вопрос к тебе. Такой, знаешь, скромненький такой, ну такой, знаешь, а можно я себе кирку на починку зачарю? Давай, дичарь, я пока... Потому что она очень хорошие эффекты имеет. Будет плохо ее потерять. Ага, согласен. А сейчас время сделать кое-что себе. Что? А тебе все скажи. Ладно, я пока свою кирку на починочку зачарю. А, вот так. Чуть-чуть не перепутал последовательность. Опа и опа. Берем вот это. Берем вот. Опа! Щена мэра Украины, ни слава, ни воля. Щена, братьям украинцы. Чё там дальше? Славься, отечество, мудрость народная, братских народов союз вековой, предками данная. Всё, хватит. Патроты! У нас выживание украинско-российское выживание. Хочешь, похвастаюсь? Давай. У меня кирка, эффективность 3, прочность 3, удача 3, починка. О, нифига, у меня всего лишь какое-то там затрыпанное шелковое касание и все. Ну вот, видишь. Катюха, быстро в лодку, быстро в лодку и за мной. Быстро. Опять? Да. Мы двери даже не закрыли в доме. Да, мы сейчас вернемся через минут 10. Мне просто нужно добыть немножко призмарина из того данжа, который мы залутали в предыдущей серии. И не спрашивай. Хотя вы уже знаете, зачем, но Катюха вот не знает. Я не знаю, зачем. Сейчас, Стёпа. Для маяка? Какого маяка? Ну, для маяка. Какого маяка? Ну, для маяка. Ну, для маяка, да. Только так необычного. Необычного. Водного? Да откуда ты все знаешь? Да, водного! Я чисто догадками, чисто догадками. Ну, хорошо. Медведь. То есть мы его еще и посредине моря оставили, а он, бедняжка, выбраться не может. Ну чуть-чуть позже мы его вот это потом заберем домой, только чуть-чуть позже. Я тебе говорил, чтобы домой его притащить, ты говоришь, не. Дом его на ледниках. Ну, посередине океана как-то ему, мне кажется, очень плохо живет. Ну, конечно, это мы его вытащили, лишили, так сказать, родной среды. А вот сейчас очень аккуратно, вообще не обращая внимания ни на кого, хоть на самом деле их здесь очень много, но да ладно, короче, все, что нам нужно, это добывать вот эти блоки, Катюха. Добываем и сматываемся отсюда как можно скорее. Вот эти добываем. Которые, вот такие? Вот эти, да, вот эти, добывай как можно больше, я их копаю, и мы сразу же сматываемся. Нам нужно их как можно больше. Ой.
Да отстаньте, ёханый бабай, шо ж вас так... О! Подожди, подожди. Не зря же я вот это взял с собой. Они меня даже в лодке бьют. Да? Помоги, помоги, давай ты отбивайся. Отбивайся от них, а я буду копать блоки. Давай быстренько. Как это я могу от них отбиваться? Так, сейчас, подожди. Быстренько, быстренько. Сколько надо? 30, ну, говоришь? Как можно больше. Давай, ломай, я отбиваюсь. Ломай, я отбиваюсь. Ломаю, ломаю, ломаю. Так, о, собака, чё же вас так много? Я не могу понять, отстаньте от меня! Ой-ой-ой-ой-ой! На! На! Я сейчас умру, я, кажется, сейчас умру, сейчас да, умру. Да, тикай, тикай, тикай! Да, ты шорт, дис... как с тобой сложно. Я пыталась как можно больше призмарина достать. Сколько у тебя? Сколько у тебя? Пять. Чё, реально всего лишь пять? Да, и призмариновые кирпичи две штуки. Ладно, придется выпить молочко. Пью молочко. И топаю дальше ломать блоки. Катюх, давай, кто-то их убивает, кто-то ломает блоки. Я не знаю, сколько нам примерно блоков нужно, где-то штук. Я буду ломать, потому что давай. Я больше ничего не умею. Давай, 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 давай. Как можно скорее, ломай, 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 пока на нас вот этот эффект не наложил вот этот пипика, который там внутри находится. Ломаю, ломаю. Давай, 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 давай. 7. Молодец, 8, молодец. О, здесь еще 9. Валяются. Ой, а уже... на меня наложили эффект. Наложили, да. Выпиваю еще одно молочко и копаю последние блоки, которые смогу. Кать, давай, ты тут, ты рядом, ты рядом? Иди сюда. Ну, почти. Все, защищай, 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 я ломаю блоки. Ай, от кого защищать-то? А, вот, вижу. Ой, какой так, здоровый. Ой, так, он прям на тебя, так, прям на тебя, сейчас. Так, давай, 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 ломаю как только могу, ломаю как только могу. Наверное, мне кажется, там уже хватит блоков, в принципе. Сколько у тебя? Ну я не знаю, я копаю, они подлетают туда вверх, точнее поднимаются по воде. Собирай, собирай, собирай все блоки. Я убиваю, так убирать или собирать? Ну, в смысле, убивай сначала. Нет, сначала соберу лучше. Так, ну у меня уже 20. Молодец, молодец, в принципе. 23. Давай, 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 собирай. В принципе, мне кажется, что нам... А, все, наложили. Наложили. Все, собирай, собирай все, что плавает, и давай тикай. Вот сзади тебя еще один, я сажусь вот сюда. Давай, запрыгивай, ой, запрыгивай в лодку, запрыгивай! Быстро, быстро, я сзади тебя! Ну, ты, давай, давай, подбирай, давай, меня, подбирай скорее! Давай, давай, давай! А, до свидания! Я быстрее тебя дома окажусь. Опа! Здравствуйте! Здравствуйте! Ты мне? Да. Подожди, я пытаюсь тут, хочу площадочку построить. А сейчас самое главное. Берем и забираем одно сердце моря и забираем все ракушки, которые у нас есть. После этого ставим посередине сердце моря и вокруг ракушечки. И у нас получается морской источник. Вот тебе морской источник, тебе мало что ли? Целое море перед тобой. Что такое морской источник? Вот. Покажи. Ну, в руках у меня. Ну, так я не вижу. Вот в руках я держу его. Но... И что это? Ну, сейчас я скажу. Екатерина, ты готова мне помочь? Всегда готова. Выкидываю весь призмарин, который у нас есть, а я разбиваю еще одно зелье водного дыхания, как это называется, и мы с тобой спускаемся под воду. Давай, выбрасывай. То есть одно действует на двоих? Да, ну я же его разбиваю об землю, значит, на всех, кто находится вот в радиусе поражения. Экономия. Так, давай. Экономия. Так, спускайся сюда, и мы с тобой прямо сейчас начинаем строить кое-что очень и очень и очень интересное. Пока у нас действует вот это зелье, я бабахаю вот сюда морской источник. И он уже начинает светиться, как ты видишь, да? Да. Помогай и мне. Не, подожди. Не, он как бы работает. Точнее, он не работает, он просто стоит. Его еще надо активировать. Хорошо, давай. А что мне нужно делать? Просто наблюдай, просто смотри и учись. Прямо сейчас нам с тобой нужно построить кольцо. Кольцо? Да. Типа. Кольцо. Вот так. Но в Майнкрафте же нет ничего круглого. Вот так, Катюха, смотри. Опа! Опа! И вот так. И вот теперь по нужно идее, сломать, да? Да, подожди, я вот сломаю вот этот блок, и по идее он должен уже активироваться. Активируйся! Вот, активировался! Смотри! Слышишь? Ты почему подожди, мне раньше тихо, этого не показывал? Подожди, тихо. Слышишь сердцебиение как будто? Да. Вот, но это еще так же не все. Его можно раскрыть, чтобы внутри него появилось... Глаз появился, морской глаз. Чудеса какие-то, да и только, где-то утопленник кричит.
подожди. Чтобы появился вот этот морской глаз, надо построить еще одно подводное лицо вокруг него. Подожди, вот так. Становится все светлее и светлее. Я его активировал еще на один уровень. Сейчас я строю последнее кольцо еще вот здесь. И по идее должен раскрыться глаз морской. У тебя что-то не то пошло. И вот так. Все, открылся глаз морской. Да я серьезно, посмотри, оранжевый. Вот, посмотри. Морской глаз, значит, морской, да, и голубика глаз. К нему какая-то ползет. Какая голубика, он черпает энергию как раз вот с этого всего призмарина, поэтому мы его и добывали. А сейчас... это видно? Что видно? Сила источника. Что это за сила источника дает нам? Короче, сила источника, ты можешь бесконечно дышать под водой, когда ты находишься возле этого источника, то есть нам даже уже не нужно выпивать зелье. И плюс к этому всему, мы очень хорошо видим под водой. То есть у нас появляется какое-то ночное морское зрение. То есть мы видим очень далеко и очень хорошо, как ты видишь. Ну да, я вижу, что прям освещено хорошо все. Ну все. Вот примерно вот так оно работает. Ой, на самом деле очень красиво. И на самом деле я, наверное, первый раз в жизни делаю вот этот морской источник, морской маяк. Зато выглядит очень даже потрясающе. А есть еще какая-нибудь такая вот фигня, которую можно вот сделать, чтобы она что-нибудь активировала? Ну, обычный маяк и морской маяк. Больше, наверное, ничего. Жалко. Хотя я могу ошибаться, в любом случае напиши в комментах, возможно, ты знаешь больше, чем мы с Катюхой, потому что мы очень часто нубим, а ты очень часто пишешь какие-то хорошие вещи в комментах, а мы читаем все комментарии. Да, так и есть. Он правду говорит, да-да. Все комментарии читаем. Что ж... Сегодня у нас получилась такая уютная домашняя серия, где мы строили замечательный подводный маяк. Но несмотря на то, что эти вот иглобрюхи пузатые нас хотели убить, все равно эта серия самая спокойная, мне кажется, да? Нас никто не хотел грохнуть, мы никого не приручали. Мы про Мишку забыли! Мишку спасем в следующей серии. Да, действительно, в этой серии у нас мало того, что были курсы самообороны, так плюс к этому всему у нас сегодня была передача «Квартирный вопрос». Мы строили подводный маяк у нас возле дома. А вот уже в следующей серии мы кого-то или убьем, или кого-то приручим, или пойдем в какой-то дальше, или еще что-то сделаем. Ну, в общем, опять приключения на задницу. Да, на две задницы. Катюха, на раз, два, три поднимаем щиты. Ты готова? Давай. Давай. Раз, два, три! Ще не вмерла Украина. А на самом деле, Гарим, тебе огромное спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Я к черепахам.